Если первые фитнес-конвенции были специализированными в основном для инструкторов и руководителей фитнес-клубов, то сегодня это больше напоминает фестиваль, который собирает единомышленников, причем неважно, кто ты – тренер с многолетним стажем или просто любитель, который не так давно занялся собой. Вообще эти конвенции сделаны, в принципе, для всего фитнес-сообщества. Неважно, тренер ли ты, клиент ли ты фитнес-клуба, либо маленькой студии, либо ты просто занимаешься в каком-нибудь там спортивном комплексе, либо ты занимаешься спортом на уровне, ну, профессионала. Неважно. Здесь, как бы, самое главное – это здоровый образ жизни, и прийти посетить это мероприятие, получить удовольствие, ну и, скажем так, в этой атмосфере праздника фитнеса просто поучаствовать, провести хорошее время. В рамках фитнес-конвенции проходили лекции и тренинги по менеджменту, медицине и продвижению. Ведь фитнес сегодня – явление многогранное. Приходится сталкиваться с вопросами психологии, правильного питания, сервиса и реабилитации. Изменился за последние годы и контингент поклонников фитнеса. К сильным и выносливым присоединились все желающие, в том числе и те, кто считал себя неспортивным. Предложения в современных клубах есть для каждого. Очень увеличилась возрастная группа, возрастной период, скажем так. Если раньше это был определенный возраст, 20-30 лет, то сейчас фитнес приходит очень рано. Как вы видели, сейчас малыши совсем выступали. И занимаются люди старше 50-60 лет, активный очень образ жизни. Это очень радует. Особым гостем конвенции «Фитурал» уже в шестой раз становится итальянский инструктор Джорджио Радичи, автор групповых программ, представитель команды Nike Training Club. Должен сказать, что уже много лет я приезжаю работать в Россию, и уже 5-6 лет в Челябинск. На самом деле нет большой разницы. Я наблюдал ее только в начале, в первые годы работы здесь. Была другая подготовка, другие навыки. В настоящее время нахожу, что подготовка учеников и преподавателей находится на высочайшем уровне. И больше не вижу различий между Италией и Россией в этом плане. Такие конвенции – это еще и возможность вживую пообщаться с настоящими профессионалами фитнес-индустрии, обладателями системных знаний и огромного опыта, который невозможно подделать в подобной картинке в соцсетях. Но все равно мы должны понимать, что профессионалов мало, и мы должны больше идти к профессионалам нашей индустрии. Много блогеров, много людей, которые пишут про свои задницы, про свои марафоны, но в итоге из этого ничего хорошего не выходит. Поэтому лучше приходить на такие мероприятия, как «Фитурал», и получать здесь заряд эмоций, заряд знаний, которые мы даем людям, пришедшим сюда. По мнению Ивана, одним из перспективных направлений современного фитнеса является «Сайкл». В отличие от знакомого велотренажера, этот спортивный девайс позволяет имитировать шоссейную велогонку или езду по пересеченной местности. «Сайклинг» – это уроки на специальных велотренажерах, очень популярны в нашей стране. Это одно из направлений, которое дает очень видно хорошее, как бы, развитие. Сегодня я вела «Сайклы». Тренировка моя называлась «Маунтин интервал». Горный интервал мы имитировали поездку в горы. Всю тренировку мы ехали в горы, стоя, сидя. Самое важное в фитнесе – не достижение высоких результатов, а поддержание организма в спортивной и здоровой форме. И судя по количеству участников конвенции, профессионалов, готовых в этом помочь, в нашем городе достаточно.